Природный заповедник Аксу-Жабағлы включен в мировую сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Об этом стало известно после рассмотрения заявки Казахстана в штаб-квартире международной организации. Аксу-Жабағлы вошел в список как одно из лучших мест в мире для наблюдения за птицами, обладающие большим туристическим потенциалом. В нашей стране это уже пятый признанный на международном уровне резерват после Коргалжина, Алаколя, Катон-Карагая и Ак-Жайыка. Подобный статус означает признание высокого качества системы особо охраняемых территорий. Всего в списке ЮНЕСКО 651 объект из 120 стран. Наши ученые, которые занимаются сохранением и развитием биологического разнообразия, на достигнутом останавливаться не намерены. Впереди амбициозная цель – ежегодно добиваться включения в список двух резерватов. Комитет лесного походящего хозяйства уже проводит работу по что-то вроде ранжирования наших особо охраняемых территорий. И вот те ООПТ, которые получили международное признание, они будут считаться как бы высшей категорией ООПТ. Ну, соответственно, это увеличение бюджета, это проведение более комплексных научных исследований, это привлечение туристов, это привлечение инвестиций, ну, и так далее.